Так, здравствуйте, Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, слышу. А что-то вот не слышу, звука нету. Не знаю, посмотрите у себя, у меня хорошие. А что ж это такое, а? Рад вас видеть очень. Ну хорошо, сам... ну, сейчас слышите, нет? Посмотрите. Вот нету звука, и все. Посмотрите. А так, слышите? Слышно, нет? Не слышно. Это у вас что-то там, посмотрите. Не слышу. У нас что-то может быть? Посмотри, он обычно... Сейчас, подождите минутку. От колонки фонит обычно. Не надо, зачем больше. О, вот, что-то есть. Сейчас, есть? Да. Ну все тогда. Слава Христу. Слава Христу вовеки. Слава Господу нашему. Рад вас видеть на самом деле. Очень много смотрел ваших передач. В общем... Очень много смотрел ваших видео, но у меня есть много очень вопросов по писанию. Так, у нас записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Все, говорите, пожалуйста. Скажите, вот я, конечно, понимаю, вот что я буду говорить тому, я сразу скажу, да будет, ну так вот с моей стороны, да будет анафема. Вот, меня может дьявол путать просто. Вот тут по писанию вот у меня был к вам вопрос один вот здесь вот. Как вот я вам расскажу, какие у меня мысли это самое были в голове. В общем, у меня были такие мысли, вот как Господь нашу землю создавал, да, вот как нас создавал. У меня были мысли такие, что как бы нас создали другие цивилизации. В общем, ну вот такие мысли. В общем, я, конечно, с этим не согласен, но эти мысли у меня есть, и хотелось бы услышать насчет этого ваше мнение. В общем, ну, вот насчет инопланетных этих самых, вот, других цивилизаций. Нет никаких цивилизаций, это... нету больше нигде. А как Господь это самое создавал нас, Он духом, да, создавал? Да. В общем... Понятно. Я вам сейчас считаю, вы смотрите, считайте. Исаия, пророка Исаия, 45 глава, 5 стих. Вы знаете, я не найду, я запишу. Вы запишите, а потом посмотрите. Подождите минутку, сейчас. Ручка, где такая ручка? Извините, я так спонтанно даже не подготовился. Подождите минутку. Ничего. Давайте. Из Белоруссии. Слушаю вас. Исаия 45:5, 45 двоеточие 5. Исаия 45. 5:5, запятую 5? Поставьте, запятую. И 21 стих. 21 стих. Да. Дальше. Даниила 14:41. Даниила 14:41. Евангелие от Марка 12:32. Ага. Евангелие от Марка. От Марка. И 1 Коринфянам 8:4. Еще раз, подождите, пожалуйста, Евангелие от Марка, что 12:32. 12:32. И 1 Коринфянам. 1 Коринфянам. 8:4. Коринфянам 8:4. Да. Тут написано вот так: нет иного Бога, кроме меня. Во всех. Ага. Вот. А раз нет иного, значит, что Бог сотворил, мы в первой главе Бытия считаем. Больше ничего не было. Вот что-то мне мешает. Вот еще хотел вас поинтересоваться. Вот у меня было так вот, как бы мне такие мысли пришли в голову, что как бы Бог, Он везде, правильно? Да. Он же везде сущий. Да. То есть он же приходил в виде трех ангелов, приходил. Да. А, ну, а ангел это же получается посланник, правильно? Да, правильно. Так переводится. А вот тогда ну, запишите. Такое... Запишите тогда к этому еще. Евреям 1:2. Евреям. 1:2. 1 глава, 2 стих. Я считаю. В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Угу. Веки. Веки означает... Другие миры, то есть имеется в виду ангельские миры, херувимы, ага. Серафимы, начало, сила власти. Другого нету.
Нигде. То есть это все заблуждение, как бы я понимаю. Ну, нет, то, нигде. Что ко мне приходило, я это сразу как бы анафема этому по-любому. Это у меня такие мысли как бы были, мне хотелось вот... Надо узнать, от кого эти мысли. Я уже понимаю, от кого. Да. Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Все, понял. Я даже не буду это сам. Мне просто вот интересно, вот как бы. А еще хотел у вас узнать насчет фараонов, что вы думаете, и вот насчет вот этих всяких раскопок, ну как раскопок. В Египте же такие технологии у эти самые пирамиды, когда строили, такие там технологии, там все вот, человечество это даже. Какие технологии конкретно? Какие? А там вот эти вот пирамиды, вот всякие эти, как бы вам сказать, такие блоки там, несколько там тонн там, по несколько... Это все делалось самым обыкновенным способом. Тут ничего другого не было. Насыпали насыпи, рабов было много. Дальше делали покров и веревками тянули, а их там было сотни тысяч. Это ну, было это да. Намного проще, чем мы думаем. Ну, как вот штурмуют, когда город, насыпь делает, ровно со стеной насыпают во время атаки. И через стену уже перепрыгивает. Понятно. Игнатий Тихонович, но там же есть такие технологии, которые за пределами наших этих самых вообще пониманий. Ну, даже не ученые надо, не могут сейчас. Это на спасение не влияет. Не думайте об этом. Uh-huh. Это не надо нам. Хоть что докажи. А теперь, а как они строили в Англии? А теперь нашли там империя инков, а теперь нашли хеты. Как они эти управления строили? Да хеты, мало того, вызов бросали Египту, какая сильная была нация. Следа нигде нету. Нам зачем это нужно? Господь говорит, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Да, есть такое. А ты да, иди да. Благовествуй. Иди проповедуй. Радуйся. Понятно, Игнатий Тихонович. А вот здесь еще вот такие вот слова. И сказал Господь Бог... Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Вот здесь вот знал добро и зло. А еще вот хотел вас спросить, вот есть тут в Библии такие слова, что ключ к познанию каких-то там как наук или чего-то, вот сейчас найду. Ну, вы понимаете, о чем я. Было дерево жизни, да. Правильно, которое это самое Адам и Ева изначально, когда в раю жили. Как я понимаю, это дерево как было как молитва, как связь с Богом, правильно? Это настоящее древо было. И если они древо настоящее, это продолжалось жизнь, продление. По сегодня, скажем, обновление организма. Понятно. Я понимаю. А вот еще, когда они вкусили этот... То есть от настоящего древа получается. То есть они Господь узнали, Бог... Одни узнали добро и зло. Они узнали слушаться Бога добро, а не слушаться зло. Больше ничего не узнали. То есть Господь Бог, Он мог так сделать, как я понимаю. Да, Господь-то заранее знал, до сотворения мира Он Бог. Но они-то ничего не узнали, это сатана их обольстил. Будете как боги. А стали они как боги? Конечно, нет. Какие боги? Боги один Бог. А вот смотрите, это самое, Игнатий Тихонович, есть такие слова, это самое, Господь говорит, когда вот они строили башню, угу. Вы меня простите, я так сильно описание не знаю, я своими словами, можно будет? Давай, можно. Когда они строили башню, вот, и он смешал языки. Да. Ну, они хотели построить выше до неба ее. А он сказал, спустимся, видите, он говорит, во множественном числе спустимся. И смешаемыми языки. Вот это вот мне интересно. Это тоже. Речь идет о Святой Троице. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Значит, три суть едино. Это тайна, о которой не надо рассуждать. Бог единый в трех лицах. Святая Троица. Понял. А вот у меня эти мысли дурацкие все лезут в голову. Вот все с этими цивилизациями. Я думаю, что нет. Может ли... Не может. Не да? может. Даже выкиньте из головы и никогда не допускайте. Это глупости. Нет, нигде ни одного слова. Это... Ни Христос не говорил об этом. Он сошел с неба Духом Святым через чрево Девы Марии. Родился, страдал и умер, и вознесся. Все, а Дух Святой потом сошел. Видел. А вот еще, Игнатий Тихонович, вы извините меня, если я вас перебил. Извините, еще вы продолжите, говорите, пожалуйста, а я это самое... Да.
продолжите, что вы говорили, а я послушаю. Я уже сказал вам, что речь идет о Святой Троице. И никакие цивилизации никогда больше не поминайте. Это крючок, на который сатана ловит. Ну, допустим, ты узнал, а где они? А как связаться? То есть дальше сатана поволок и поволок. И никакого слова в Библии нигде нету, у святых отцов об этом нету, в канонах нету, в житиях святых есть другая цивилизация. Князь, господствующий в воздухе, сатана, который был Люцифером, его сбросил Господь. Это 14 глава книги пророка Исаии. Вот запишите, где это написано. Еще 14 пророк Исаия. Иные цивилизации. Так, а загнавьте, вам будет удобнее найти. Пророк Исаия, 14 глава полностью. Иезекииль, 28 глава. Иезекииль, да? Да, Иезекииль. Иезекииль, 12 глава. Ну и... 12. Иезекииль, 28. 28. Ага, глава был. 28, я бы сказал. Вот. Ага, теперь все, смотрите, все. Еще где написано. Откровение, 12 глава. 3 стих. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами. На головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Вот, говорится. И 7 стих. И произошла на небе война. Михаила, вот это интересно тоже. И ангелы его и воевали против дракона. И дракона ангелы его воевали против них. Но они устояли. И не нашлось уже для них места на земле. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник, братья наши, клеветавшие на них перед Богом день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Вот и все. Он всякие мысли и идеи там подкидывает. Да, есть такое. Я сразу по этому самому, по... тому, как апостол Павел говорил, да будет анафема, я сразу отметаю. Галатам 1.8.9 так и пишет. Угу. Хотел еще у вас спросить, это самое, Игнатий Тихонович, вот я смотрю, вот ваши эти видео, вы говорите, что у Бога все уже заранее было, это самое, все уже заранее у него как запланировано. Да. А вот хотел вас спросить вот насчет потопа, как вот Господь говорит, что он, когда увидел это все безобразие, которое творится на земле, воскорбел сердцем. То есть он это самое раскаялся, что сотворил, как он говорит, я раскаялся, что сотворил их. Есть же такое, правильно? Но есть такое, но это не надо понимать буквально. Это называется антропоморфизм. Иоанн Златоуст говорит, что если бы Бог не знал, то он бы раскаялся. Бог не может раскаиваться. Вы еще одно место запишите. Притча 8.26. Когда еще он, Бог, не сотворил на земле ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Это тоже в Библии, да? Да, Библия. Здесь. Пылинок. В оригинале стоит кирпичиков, то есть атомов. А где это? Притчи есть здесь, да? Притча Соломона, 8 глава, 26 стих. Ну вот мы еще давайте откроем и прочитаем книга Псалтырь, это книга песнопений Давида. Ага, знаю такую. Вот. Ну и давайте запишем, прочитаем, чтобы сразу понятно было. 138-й псалом. 138-й псалом. Вот. Господь говорит так. Еще нет слова, Давид говорит, на языке моем, а ты, Господь, уже знаешь его совершенно. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть. И говорит так, ибо ты устроил, 13 стих, внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. И в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Видите, это все запрограммировано. Что не было ни одного дня, не было зачатия. Мы, ну, кинем назад, когда земли не было, больше 7,5 тысяч лет. А Бог знал, что мы с вами встретимся и будем говорить. Это интересно. Игнатий Тихонович, так а что получается? Бог же есть любовь. Он да. же может чувствовать, правильно? Или у него нету... Я не могу в это поверить. Это любовь, это она безгранична, она... Может, наверное, плакать, может, сострадать, может, это самое... Это, видите, по-человечески мы судим о Боге, это не разрешается. Мы должны в это поверить. Бог есть любовь. Любовь и все. В понимании человеческом мы понимаем, это сострадание, это милосердие. У Бога все это намного-много выше. Вот я понимаю, что... Ну, говорите, извините еще раз. Я хочу, чтобы со мной поступали справедливо Бог-то. Нам не надо справедливость. По справедливости мы не должны жить. Мы ищем милости Божией, чтобы он простил меня, преступника. А я если понял. По правде судить, я каждый день достоин смерти. По законам-то Божьим. У людей как? Вот пошел ты чужую жену, ну и дальше все, и грех сотворил. А у Бога не так. Говорит, посмотрел на женщину с вожделением, с пожеланием, уже прелюбодействовал. У Бога другое. Вот сидит человек, на кого-то нож натащил, пошел и убил. Это убийство называется. А по-божьему в Новом Завете уже написано так. Гневающийся на брата есть человек-убийца. Я просто под одеялом один лежу и думаю, оп, повылазил бы ему, паразит, он меня как обидел-то. Но подожди, попадешься. Ты уже как убийца, уже с рук капает кровь. Вот дело-то какое. У Бога другая шкала. Я понимаю, я вообще как бы себе представлял, что Бог за гранью нашего вообще миропонимания и восприятия. Нам это не дано как бы. Да, душой мы его чувствуем, любовь, когда мы молимся и чувствуем, душу наполняет радость, он отвечает, предупреждает о чем-то. Бога можно чувствовать. Чувствовать это его приближение, когда он страх наводит, когда ласкает тебя, говорит, подкладывал тебе лучшую пищу. Горе большое. Жена потеряла мужа, детей, допустим. Ее никто не может утешить. Слова напрасные. Ну вот она помолилась и выходит из храма просветленная. Это у Юрия Бондарева. Там описано берег. Такая, долго он в журнале «Огонек» печаталось. Продолжение романа. Ну и там один Платон потерял сына, и она сильно тосковала. Но она-то верила, а он-то не верил. Он просто... темнел на глазах. И однажды, видит, она в советское же время было, она зашла в храм, потом вышла. Я, говорит, гляжу, у нее такое умиротворенное лицо. Я, говорит, была, Платоша, как это хорошо, что у нас будет встреча с сыном. Встреча. То есть Слово Божие дарит мысль, веру, что мы все воскреснем. И сына своего я там увижу, я обниму его снова. Он не умер, он перешел из одного состояния в другое. Ну да, это понятно, что воскресение мертвых мы все это благодаря Господу Иисусу Христу. Да. Он умер за наши грехи. И мы оправданы кровью. Вот это центральное место Библии. От него никуда никогда не отходите. А остальное это к этому как бы лучи идут. Был один человек такой, Мартин Лютер, он не православный-то. Учитель реформации. Он говорил, в мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. А все остальное к этому идет. Для чего я учусь? Чтобы читать, уметь Библию хорошо. Для чего я работаю? Для того, чтобы помочь творению Божию. Для чего мы кого-то гладим, целуем? Мы подражаем Богу, любящему нас. То есть все везде направляй к Богу. Почему мы с вами встретились? Бог нас любит. Чтобы мы поделились талантами, какими Бог нас наградил. Почему вы вышли на меня? Потому что вы искали. Вы стучали к Богу, и Бог вам открыл. Я вам скинул там наш сайт, форум, все. А это да, я смотрю это ваши вам видео. На всю жизнь хватит. Да, я думаю, что... Я когда-то людям говорил, что будешь Евангелие читать всю жизнь почти. Да. Ну, там просто невообразимые вот эти вот слова Божьи. Это просто за пределами нашего мироздания, вообще нашего понимания. Это просто... Просто невозможно даже сказать, что значит слово Божье. Во времена Парижской коммуны был проповедник в Париже Евгений Берсье.
И там однажды было большое собрание, около 2000 человек. И он говорит, вообразим, что нас арестовали как графа Монте-Кристо. И мы находимся в тюрьме. Выйти никогда нельзя. Но с собой можно взять одну книгу. Какую бы вы взяли? Но тогдашние люди были не сегодняшние. Все 100% ответили Библию. Библию. Вот так. Вот он мне звонит, я его выключу. Говорите. Игнатий Тихонович, а вот хотел вас еще вопрос вам задать такой по Корану. Корану это ж анафема получается, правильно? Ну, знаете, вы зайдите на наш сайт, и там мои книги, 38 книг моих угу. на сайте. И 18 том открытым оком, запишите. Угу. Просто зарядите сайт во свете Библии, сайт, как найти. В Яндекс, в Google зарядите. И там увидите книги, написано Игнатия Лапкина. И там 38 книг. И открытым оком 30 томов. И вы откроете 18 том. Угу. 18 том. Я разбираю там Коран, весь Коран, от корки до корки, по сурам и аятам, в сравнении с Библией. И все, что о мусульманах было сказано за 1300 лет. Это еще раз... огромный угу. капитальный труд. 18 том. Открытым оком. Открытым оком, вот так и написать. 18-й да, том, 18-й открытым том. Оком. А вы далеко от Минска? Я в Минске. Ну так в Минске все, в Национальной библиотеке мои книги все есть. А я, вы знаете, не хочу даже Корана касаться, если честно. Но... У меня, когда я чего-то это самое, понимаете, когда я что-то начинаю не читать не по Библии, у меня всякая каша в голове начинает. Меня начинает это самое... Как бы вам сказать, мутить, начинают какие-то мысли в голову лезть. Нет. Это сатана все делает. Это. Я вам поясню, что это не Коран. А я Коран цитирую и сравниваю со Святой Библией, чтобы вы увидели преимущество. Ага. То есть на один вопрос нет. и тот же отвечает Коран, как и отвечает как Библия. Это надо знать Коран, надо знать Библию. И я их показываю рядом и смотреть. Я ничего не говорю, я не нападаю. Я просто работаю, оперирую фактами. Угу. Это земля и небо. Земля и небо. Примерно вот такая разница. Ну да, я просто это самое, как бы вам сказать, некоторые моменты узнал из Корана и это самое, в общем, удивился даже. Ну все, тема закрыта о Коране, я понял. Дальше. Все, я понял. Да, говорите еще что. Ну что, Игнатий Тихонович, наверное. Потом как-нибудь еще с вами тогда свидимся, я вам... Когда у вас будут вопросы где-то, я вам разрешаю наберу. Заходить. С 3 Москвы запишите когда, до 17. Ага. С 3 до 17 по Москве. Если ты сначала, то напишите письменно внизу. Обязательно, чтобы был у вас глазок. Вот. И я, если отвечу вам, значит, разговор состоится. А нет, значит, или меня нету тут. Все хотя, понятно. Хотя показывает, что я в сети, это у меня идет тут работа, аппаратура работает. Или кто-то другой. Понятно. А, Игнатий Тихонович, еще хотел вопрос задать. Вот хотел уже уходить, но вот пришло в голову. Вот скажите, вот что сейчас идет война, это ИГИЛ по всему миру, да? Да. Ведь халифата же не будет во всем мире. Как вы считаете? Видите, что говорит об этом Библия? Библия не об этом говорит. Говорит, что выйдут вепри из пустыни Кармелитской. То есть они будут безжалостные, жестокие, убивать и весь народ против них. Но в конце мы знаем конечный результат. Победит еврей. Еврей. Один еврей с колена Данова будет царствовать над всей землей 3,5 года. 3,5 года. И придет Христос с неба, все воскреснут, и будет страшный суд. А сколько их будет? Что они захватят? Библия не говорит, но мы скажем, зная этот результат. Но во всем мире, чтобы все было одно мусульманство, этого никогда не будет. Никогда. Все понятно. Это Божий план такой. Мы его знаем, что чем закончится пришествием Христа. А перед ним будет 3,5 года пришествия Антихриста. А Господь Антихрист же... это евреи. Господь же сказал, что я создам церковь мою, врата ада да не одолеют ее. Именно так. Поэтому есть никуда такое. Из православной церкви ни шагу. Потому что, не, вы что есть сектанты, которые лучше нас живут. Они более правильно понимают в этой жизни, не курят, не пьют. Но они не церковь, потому что у них нет епископата, нет священства. А без священства церкви нету. Нету. Где причаститься, где литургия? В храме. Понятно. Игнатий Тихонович, а вот чтобы молиться, не обязательно же все время в храм ходить. К
как бы Господь же, Он же везде правильно. Господь везде правильно, но Он сам ходил в храм. И апостолы ходили в храм. Потому что в храме здесь совершается как бы небо на земле. Здесь причастие, здесь хор, здесь чтение, здесь наставление, здесь поучение. И друг друга видим. Мы сообщаемся друг с другом. И Библия говорит, первое послание Иоанна 1.7, запишите. 1 Иоанна 1.7. Вы потом поймете, на какой вопрос ответ. Написано, если мы ходим во свете, как Он во свете, имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Чтобы кровь Христова нас очищала, нам надо иметь общение друг с другом. Понятно. Вот так. То есть мы должны быть как бы едины, получается. Едины. Если три воскресенья подряд в храме не был, ты уже отлучаешься от церкви, это канон. Поэтому старайтесь каждую субботу, вечером, воскресенье быть в храме. Если можете. Понятно. Не в дороге, нигде. Вот так. Храм – это место средоточия верующих, собрания верующих. Понятно. Ну, если, конечно, там община, а не просто так, заходной двор. Ну, понятно. Ну, все тогда, Игнатий Тихонович. Ну, вот у вас же Лукашенко? Ну. Мы проезжали по Белоруссии. Я скажу, что, ну, много мы встречались с людьми. Я ему лично подарил свои книги. Я от него получил благодарность, у меня грамота есть. Он нам очень нравится, и мы каждый день за него молимся, чтобы Бог его сохранил. Мы молиться надо, ну? Ну, молимся, мы здесь, в Сибири находимся, а Лукашенко где? Мы за Порошенко молимся, за Рамзана Кадырова. Вот сейчас Эрдоган этот, там сбили самолет, чтобы Бог умягчил все сердца. Ну и, конечно, наш президент на первом месте, потому что мы здесь живем. Вот так. Написано, молитесь за царей, не за одного царя, за царей. Это к Тимофею 2.5 пишет апостол Павел. Молитесь. А как? Чтобы не было покушения на них, чтобы издавали мудрые законы, чтобы не угнетали народ свой, дали ему жить нормально. Чтобы нам было из чего уделять нуждающимся милостыню. Понятно. Ну что, слава Христу, Игнатий Тихонович. Богом благодарю. Слава Христу! Слава во веки! Слава. Слава Христу! Вот видишь как? Ну и все, во славу Божию, отключайтесь. Как его звать-то? Владимир Кульбицкий. Вот где бы я его знал-то? Ну вот, Владимир Кульбицкий. Владимир Кульбицкий. Ну что, слава Богу, все. Всегда заканчиваю одним.